Всем доброго дня! Сегодня хочу небольшой обзор сделать вот этого балагана. Кто называет это теплицей? У нас Волгоградская область. Это балаганы. 36 метров этот балаган у нас. Были грядки сделаны несколько лет, 4 года вдоль балагана. Нам это не очень нравилось. И зимой мы переделали и сделали грядки поперек. Теперь грядки располагаются поперек балагана. Они намного короче, естественно, получаются. Не 36 метров в длину, а 8 метров всего поперек получаются. Сюда мы выставляем помидоры на эту дорожку, когда обрываем. В этом году посадили в этот балаган два новых сорта. Это мимино. Вот сейчас я вам его показываю. Вот такое мимино. Так. Третья кисть. Четвертая кисть. Так. Пятая. Пока еще непонятно. Завязалась, не завязалась. Даже не знаю, как он по вкусовым качествам, потому что только-только начал буреть, краснеть. Вот. Многие об нем разговоры ведут. Ну, как говорится, пока сам не попробуешь на себе, не поймешь. Так, 1, 2, 3, 4, и вот пятая уже не тянет. Куст. Так, давайте с этой стороны посмотрим. 1, 2, 3, 4. Здесь пятая кисть, 4 помидора. Шестая уже все не тянет. Вот этот балаган переделали. Вот этот, который так у нас и были все посажены всегда поперек. Здесь мы уже собирали два раза. Вот опять накраснело, будем собирать. В этом балагане я обрезала листочки. Когда время бывает, потихонечку режу. Нам нравится, более свободно. Потому что вот так вот, конечно, густовато. Но для растений я вижу им тоже, когда притенение такое листовое имеется, им тоже очень кайфово. Они балдеют, у них там свой климат внутри. Вот такая вот сейчас картина на данный момент. Сегодня 22 июля. Как я сказала, в этом балагане два сбора было, а здесь мы только немножко пробегали, там кое-где спеет помидор. Только-только начинается. Вот здесь пошел мохитос. Вот это мохитос. Давайте его разглядим. Так, мы здесь чуть-чуть уже собирали. Вот один помидор сорвали. Вторая кисть. Третья кисть. Четвертая уснула. Пятая. Шестая. Седьмая цветет. Восьмая тоже цветет. Пробуем, конечно, экспериментируем разные сорта, но все-таки мохитос — это наша любовь. С дорожками очень удобно между балаганов. Дождик идет, а ты в любое время можешь собирать. Так, вот сорт у нас Эрон. Тоже новый сорт. Давайте его разглядим. Мы здесь уже, по-моему, один раз собрали. Вот, да, две кисточки. Уже сорвали. Носик есть небольшой. Вторая кисть. Сейчас разверну ее. Так, сколько не видно. 4-5 помидорчиков. Это третья кисть, четвертая кисть, пятая кисть, шестая 1, седьмая уже не тянет. Ну, тоже мы, знаете, как сказать, не сказали бы, что
Прям мы такие довольны этим сортом. Какой крупный, какой не крупный растет куст. Все одинаково получают питание. Картина на каждом кусту разная. Вот. Смотрите, какая прелесть. Это мохитос. Это мохитос. Он сразу отличается, он крупнее. Нос такой у него более толстый, что ли. Вот. И внешне он очень красивый. А Эрон, вот так, где он этот Эрон? Вот он. Видите, носик есть, но он маленький. Аккуратненький. Немножко помельче он сам по себе. Так, не могу, ребята, снимаю одной рукой. Очень неудобно. Обрываем мы, стараемся красными, чтобы набрал сладость, вкус был хороший. Тогда обрываем молочными, не обрываем, стараемся этого не делать. Так, давайте, вот Эрон. Эрон. Напишите, кто уже сажал Эрон, кто им остался довольный. У каждого хозяина по-своему растет. Так, вот попадается такой куст. Вот. Это на Эроне, вот мы обратили внимание, чернеет. Первая кисть вся хорошая, а вторая уже черная. Внутри, внешне он такой черный, и даже вот третья кисть какая-то уже больная. Попадаются такие кусты, они как вареные, что ли. И уже с этим ничего не сделаешь. Мы их удаляем. Вот, собираем вот эту кисть первую, остальное все, весь куст удаляем. Потому что толку с него не будет, а только заразит еще рядом растущие кусты. Ну, вот такая картина. Вот мохитос. Здесь собрали три помидора с нижней кисти. Вторая кисть мохитос. 6 штук. А, нет, 5. 5 штук третья кисть, 2 помидора четвертая кисть, 2 помидора. Это какую я сказала? Пятая, наверное, кисть, да, уже запуталась. 6 пока нет. Так что вот я вам показала свой обзор. Тоже Эрон. Вот мы посадили буквально. Сколько грядок? Наверное, грядочек 10 Эрона посадили. Чуть поменьше посадили мимино. И вот наблюдаем, смотрим за этим сортом. Но, вероятнее всего, сажать мы не будем такие сорта. Скорее всего. Потому что вот мохитос. Есть мохитос. Смотрите, там первая кисть, вторая, третья, так, вот, четвертая, вот, пятая. Смотрите, носики совсем другие у мохитоса, толстые. Напишите, что вы об этом думаете. Оставляйте в комментариях свои пожелания, вопросы. Всех вам благ!